Здравствуйте, друзья! Меня зовут Валерия, и я рада вас приветствовать на канале VeggieOn. Я вегетарианка уже на протяжении 6 лет, и сегодня с вами поделюсь рецептом салата с клубникой. Для приготовления салата нам потребуется свежий шпинат, томаты, парочка авокадо, кедровые орешки и клубника. Итак, приступаем к приготовлению. Первым делом мы нарежем шпинат. Избавляем шпинат от стебельков, оставляя только листочки. Можно его порезать достаточно крупно. В таблице Берга каждому продукту присвоен определенный коэффициент. Кислотные продукты стоят со знаком минус, щелочные, соответственно, со знаком плюс. И шпинат занимает лидирующие позиции в этой таблице. Также шпинат лидирует у нас по содержанию витамина К. Этот витамин необходим нашему организму для нормальной свертываемости крови. Шпинат содержит растительный белок и также является источником железа. Следующим этапом приступаем к томатам и нарезаем его кубиками. Для красок мы добавим желтенький томат. Нам понадобится также два небольших авокадо. Есть одна хитрость, чтобы авокадо не темнел, его сбрызгивают лимонным соком. Теперь нарезаем авокадо кубиком. Клубника, как и большинство ягод, обладает антиоксидантными свойствами. Из-за большого количества содержания в ней витамина С также повышает наш иммунитет. Витамина С в клубнике в 2 раза больше, чем в лимоне. Мы избавляемся от плодоножки и режем нашу клубничку пополам. Если она большая, можно разрезать еще раз. Мало кто знает, что клубника обладает еще одним волшебным свойством. Она прекрасно отбеливает зубы. Не удивляйтесь наличию клубники в нашем салате, она прекрасно оттеняет вкус томата. И у нас с вами финальный штрих, мы добавляем кедровые орешки. И заправляем наш салат оливковым маслом, вы можете использовать любое другое, кедровое, кунжутное, то, которое вы любите. Перемешиваем наш салат. Для придания салата еще больше изюминки мы используем бальзамический соус со вкусом клубники. У нас с вами получился необычный, питательный, главное, ароматный салат. Обычно я готовлю этот салат без клубники, но в сезон не удержалась и добавила эту прекрасную ягоду. Если вам понравился этот рецепт, поддержите наш канал и это видео лайками, подписками и комментариями. Также, если вы хотите финансово поддержать этот проект, вы можете перейти по ссылке под этим видео. Я была рада готовить на кухне VeggieOn и до скорых встреч в новых выпусках.